В Южной Корее от китайского коронавируса скончались 12 человек. Общее число зараженных достигло 1261. За сутки число инфицированных COVID-19 в стране выросло еще на 284 случая. Ряд европейских стран объявили о первых случаях заражения коронавирусом. В Северной Македонии глава Минздрава Венко Филипчи подтвердил заболевание у женщины, которая недавно вернулась из Италии. Все контактировавшие с ней люди проходят проверку. Позднее в Скопье должен прилететь самолет с гражданами из Италии. Власти Северной Македонии уже запретили экскурсии в эту страну. Между тем, государственный секретарь Минздрава Румынии сообщил, что коронавирус в страну принес вернувшийся 3 недели назад турист из Италии, который на данный момент помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста. И власти Норвегии зафиксировали первый случай коронавируса в стране. Заболевший вернулся из Китая. Сейчас он находится на домашнем карантине и в настоящее время уже здоров. До этого 100 человек в королевстве уже были проверены на COVID-19. Все результаты анализов были отрицательными.